С 15 июля китайские туристы могут организованными группами посещать Казахстан. Китайская сторона уже получила список из 56 казахстанских туроператоров, которые могут принимать гостей из соседней страны. Согласно данным туроператоров КНР, сейчас Казахстан в основном посещают бизнесмены и родственники проживающих там граждан Китая. Теперь ситуация должна кардинально измениться. Упрощены все визовые процедуры. Визу теперь можно получить гораздо быстрее и дешевле. Главное условие – группа должна состоять от 3 до 50 человек. Уже известно, что первые тургруппы прибудут в Казахстан через Синьцзян-Уйгурский автономный район. В Казахстане замечательная природа, у страны длинная история и уникальная культура. Там множество интересных достопримечательностей, такие как высокогорный спортивный комплекс Медео, Чарынский каньон, центральная мечеть и многие другие. Но о них мало знают китайские туристы, поэтому мы разработали 7-8-дневный маршрут. Он проходит через самые крупные города и наиболее значимые места. Туристы отправятся от Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, побывают в Алматы и Астане, проедут по югу и северу страны. Стоимость путевки около 8000 юаней на человека. Первая наша тургруппа в составе 20 человек отправится в Казахстан 5 августа. Потенциал этого направления огромен. Мы только начинаем его осваивать. Думаю, в ближайшие 2-3 года турпоток в эту соседнюю страну может вырасти в десятки раз.